Педагогический коллектив профессионального педагогического колледжа вместе с обучающимся в течение нескольких лет ведут волонтерскую деятельность, направленную с одной стороны на формирование у студентов духовно-нравственных качеств, а с другой стороны на практическую помощь и моральную поддержку нуждающимся слоям населения. Волонтерство является показателем уровня гражданской активности, установки на общественную деятельность и уровня развития демократии в стране. Руководитель волонтерского движения «Чистое сердце» Меседу Османова отметила, что из-за многих социальных стереотипов данная деятельность в России и в Дагестане плохо проживается и пользуется одобрением большинства населения. Эти люди, как и все остальные, только для них не существует чужой беды, чужого горя, чужой боли. И волонтеры делают все возможное и невозможное, чтобы отвести беду, а горе переложить в радость. И когда это удается, для волонтера это самый большой праздник. Хочу выразить искреннюю благодарность администрации нашего педагогического колледжа, администрации города Хасавюрт и молодежному центру города Хасавюрт Атаева Айшат Бисултановне, благотворительному фонду «Чистое сердце». В профессиональном педагогическом колледже волонтерский корпус «Чистое сердце» сформирован в 2009 году, который взял опеку над семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. С момента существования волонтерского движения в Хасавюрте Министерство по делам молодежи Республики Дагестан и администрация муниципалитета высоко оценивают работу, проводимую волонтерами движения в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Нам приходится работать с различными слоями населения, взаимодействовать с различными организациями и благотворительными фондами. Одним из самых первых благотворительных фондов, с которыми мы начали сотрудничать и благодаря которым, можно сказать, узнали о возможности создания такого движения на территории колледжа, был фонд «Чистое сердце». Ну а сегодня, с течением времени, мы уже сотрудничаем и с такими фондами, как «Инсан», «Надежда», и некоторые частные лица. Говоря о цели подготовки студентов волонтерской деятельности, необходимо подчеркнуть, что студенты будут ориентированы на общечеловеческие ценности добровольческой деятельности, также обретут необходимые профессиональные и личные компетенции, связанные с организацией волонтерской деятельности, и получат практические навыки в области управления волонтерским движением. Также стоит отметить, что в Хасавюрте функционирует множество волонтерских корпусов, курирующие среднеспециальными учебными заведениями города. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».